Hello. Итак, всем привет. Сейчас будем готовить в мультиварке. Очень быстро и очень вкусно. Берем мясо, короче говоря, кладем его в мультиварку. Тушим. Слегка его тушим. Вот так вот уже минут 10 у меня, наверное, здесь тушится. Закрытым. Вау. Ляпота. Красота. Ой, а запах. Посолили, приправки добавили и нормалекс. Еще 5 минуток и будем добавлять зелени. Ну что, 5 минуток прошло, теперь добавляем зелень. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ой, вот так вот это выглядит. Замороженное, ничего стесняться. Потому что тушиться еще будет, ну, может, минут 20, а может, полчаса. Посмотрим. Вот так. Красота. Продолжаем. Ну что, готовится. Да, у нас все готовится. Бурлит, шипит. Кстати, нужно слегка посолить. Посолили овощи. Ай, черт, горячее. Слегка помешаем, мясо уже готово. Вот так вот. Вау, какая красотень. Вкусняшка. Вуаля. Готовим дальше. Ну, я не знаю, еще, наверное, минут 10 и все. Ну что, вот у нас готовится уже полчаса. Так что труаля, все сготовилось. Сейчас будем накладывать. Как это выглядит аппетитно. Няма-няма-няма. Все, накладываем. Ну что, вот и все. Я положил. Выглядит офигенно. Запах просто офигенский. Потрачено полчаса, еда готова. Выглядит это вот так. Няма-няма. Сольки кстати хватает, все зашибись. Вот так. Ставим лайки, всем пока, чао.